Всем привет, ребята! Вы на канале Чужачли, и с вами Юля. Я вам покажу новинки в Читай-городе. Там очень много тетрадок, очень много блокнотиков разных, поэтому я думаю, что вам точно понравится. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии, какие вы хотите еще видео. Ну и давайте начинать! Так, я пришла уже сейчас в Читай-город и хочу вам показать, что тут есть. Тут, правда, так тихо. Тишина прям. Ну, давайте начнем вот отсюда. Основные тетрадки тут есть. Большая тетрадка, такая, смотри, цветочек. Прикольная. И внутри вот такая вот клетка. Также есть еще вот такая вот расцветка. Тоже цветочек. Также есть такие вот еще тетрадки с котиками. Но это уже в линию. Тоже такие довольно-таки большие, смотрите. Розового цвета. Также есть такая вот очень красивая тетрадка. Но уже в клетку. Это минималистические тетрадки. Тоже в линию. И тоже огромные. Вот смотрите, какая красивая тетрадка. Это даже блокнотик. Неоновый. В линию. В линейку. С мышонком. А вот это вообще бомба. Космическая. Тоже в линию. Еще есть вот такая. Тоже в линейку. Девушка, и тут всякий венок тут. Зайчики милые. Таких тетрадок очень много. Смотрите, прям. Каких тут только нет. Разные цвета и расцветки. Вот еще разновидности этих больших тетрадей с клубничкой и цветочками в клетку. Как я вам показывала ранее, только с зайчиком, точнее с белочкой. Ой, смотрите, какие черные минималистические тетрадки. Тут кактус нарисован, и она вся черная. Ничего себе. Вот еще есть такая с космосом. Но внутри она в клетку с медведем. Далее тут блокнотики. Тоже небольшие тетрадки. Вот такие два голограммных блокнотика с единорогами. Блокнотик с котейкой. И тоже вот такие неоновые блокноты. Они, кстати, все в клетку. С желтыми листочками. Вот это очень красивый блокнот с фламинго. Тут есть обычные тетрадки. 18-24 листа и 12 листов. Вот, например, смотрите. Обычные пастельные оттенки. Например, вот такая прикольная с ловушками. 12 листов в линию. Посмотрите, какой милый котик. И единорожки. Тоже детская такая тетрадка. Внизу белочки, мышки. Вот 12 листов в клетку. Есть с собачками, с кошечками. Разные принты. Тоже в клетку. Смотрите, какие крутые яркие оттенки. И главное, что без каких-либо рисунков. Голубенький и розовый. А тетрадка, но уже тоже 12 листов. В клетку, в полосочку. Такие тетрадки тоже тут есть. Вот, смотрите, какие тетрадки с единорогами. Прикольная. 12 листов в клетку с лисичкой, с каким-то милым зверьком зелененькая. Мне очень понравилось. Тропическая. 12 листов в клетку. Кстати, стоит 25 рублей. Очень красивая. Смотрите, как крутая. Вот это классная тетрадка с смайликами, с разными эмодзи. И она тоже в клетку. С енотиками, очень милая. Стоит, кстати, она 19 рублей. И она 18 листов в клетку. Это 18 листов в линии. Природа тоже 18 листов в линии. Разные красивые пейзажи. Зимний, такой летний. Зима также. Закат. Ой, посмотрите, какая милая тетрадка. Тетрадка 24 листа в
клетку. Ну только посмотрите, какая она крутая. Вообще, я очень сильно хочу себе такую. Она просто бомба. И стоит, кстати, недорого, 24 рубля. Тоже такие вот с карандашами. С листьями. С шариками тоже прикольная. В клетку. С узорами. Тоже 24 листа. В клетку. С машинками. Еще такие с мешками. С слониками. Сверху тоже 24 листа. Только это уже в линию. Такие выпуклые тетрадки. С котятками. Еще коты такие необычные. Вот, например, такую веселую на лестнице. Тоже там котики. С плюшевой игрушкой. Тоже, наверное, да, это линия. Тоже 24 листа. Также есть такие вот морские тетрадки. 24 листа линия. Это 18 листов линия. Очень красивый, с пегасом. Уже есть какие-то разные тетрадки. Очень много, на самом деле, всяких. Просто огромный выбор. Вот тут есть предметные тетрадки. Например, по литературе, по информатике, 48 листов по химии, по обществознанию, информатика, так, обществознание, геометрия и химия. Есть еще разные папки с единорогами, с растениями, такая неоновая. Вот это тоже очень красивая, милая, с фламинго. И сверху прикольные с котятками. Также есть такой вот огромный прямоотдел. Тут находятся тетрадки 48 листов в клетку и в линейку. Давайте вам тоже покажу. Вот такая вот есть прикольная тетрадка в клетку. 48 листов с котейкой. Только посмотрите, какой он классный. Всегда тут очень много. Вот это приятное, розовое. Тоже милая с котейкой. Цветочками, тоже с котами. Тут очень много тетрадок, только нет расцветок. Только посмотрите, сколько много. И этот все только с котейками. Вот, например, прикольная. Со множеством котов. Также вот тетрадки с зверьками. Например, смотрите, есть еще вот, тоже уже показывала, вот такая с кофе. Классная. С пандой. Цветочками. Еще вот такая есть расцветка, кофейная. И зеленая с чаем. Какая-то черепаха. Смешной жираф. И тоже цветочный принт. Смотрите, с пуделями, если я не ошибаюсь. И есть такая же в оранжевом цвете. И в синем. Даже сиреневым, думаю. Также есть просто минималистические тетрадки, то есть, смотрите, на ней ничего нет, она просто голубая и без каких-либо надписей. Вообще очень классная. С ежиком, смотрите, какой милый. И она на ощупь очень классная. Просто бомба. Очень смешная, тоже в клетку, кстати. И вот это тоже в стиле какой-то игры с уточками. Вот это очень крутая, тут как будто котик учит уроки. Тут модная собака. Вот такая милая. Тоже классный материал. Стоят они, кстати, вот эти по 80 рублей. Такой кот, например. Тоже материал просто бомба. Такой приятный на ощупь и мягкий. И, например, есть такая вот голубая расцветка, тоже с котом. Ярко-зеленая с мордашкой коалы. Ярко-оранжевая со львом. Тоже вот классный материал у нее. И цвет прикольный. С мороженым. Дальше очень милые пандочки. В клетку. Посмотрите, какие ежики прикольные. Красота не требует жертв, она хочет внимания. Прям вообще. И вот какая-то, смотрите, прикольная.
с модными словами. Блин, крутая тетрадка, смотрите. Все модные слова. Челлендж, руфлить, флексить, патимейкер. Стопэ, жиза. Что ж, ребята, вот такое вот было видео. Надеюсь, что вам понравилось. Обязательно поддерживайте меня лайком, подпиской на мой канал. Ну а с вами была ваша Юля. Всем желаю счастья, добра, до новых встреч. И всем пока-пока. Кстати, обязательно будет видео Back to School. Еще очень много, так что обязательно подписывайтесь.